Государственное учреждение «Жасыл-Желек» уже более 10 лет занимается выращиванием зеленых насаждений. Сегодня здесь на трех участках площадью 60 гектаров набирает силу 3,5 миллиона саженцев деревьев. Только в этом году специалисты питомника высадили более 900 тысяч новых ростков. За 11 лет со дня основания питомника в отделах по посеву было выращено более 40 видов саженцев хвойных, лиственных, декоративных и плодовых сортов, всего около 4 миллионов штук. Таким образом, был удовлетворен спрос государственных учреждений и жителей области. По словам чиновника, уже сегодня питомник может дать городу почти 100 тысяч молодых деревьев. Эта информация не осталась без внимания. Аким области тут же поручил высадить хвойные декоративные деревья высотой более 2,5 метров на 26 центральных улицах Шымкента. Шымкент – это густонаселенный город. У нас много автомашин, поэтому, чтобы сберечь экологию и для регулирования природного баланса, необходимо его озеленить. Шымкент должен соответствовать своему названию. Для увеличения количества видов декоративных деревьев, придающих городу красивый облик, необходимо посадить и в этом питомнике новые саженцы, поручая для этого дела привлечь всех необходимых специалистов. Глава региона отметил, что данный вопрос будет взят под его личный контроль, а в недалеком будущем в Шымкенте будет построено несколько скверов. Данияр Худайбергенов, Галымжан Ерназаров, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».